музыка, искусство и популярные средства информации имеют огромную силу воздействия. Захватывают воображение, подталкивают людей быстрее двигаться в том направлении, в котором они уже движутся. И в некоторых случаях даже помогают изменить это направление. Здесь не может быть никаких вопросов. И существует достаточное свидетельство, чтобы сказать, что среди всех вещей, которые могут захватить наше воображение, нет более запоминающейся, более заразительной, чем музыка. Здорово, народ! Вместе с весной подвез вам новую порцию топлива для ваших саунд-систем и энергии для жизни. В эфире 44-й нейропанк, 4x4, режим полного привода. В этом выпуске будем топить по бездорожью и мешать все немешаемое. Не будет традиционных трех блоков танцпол Жером Дипуля. Буду прыгать с поджанра на поджанр, менять настроение в соответствии с ландшафтом текущей музыкальной подборки. Но вам понравится, я уверен. Ну что, заводим мотор и тронулись с перегазовочкой. Открыл выпуск Мизо со своей айдихой, которая выйдет на Итбрейн через какое-то время. Продолжает передачу Невертл на вокале Маурин. Не подписанный пока никуда трек Айдишка. Саня Невертл в подкастах нейропанк звучит вот с таким танцевальным стафом. Но также у него еще есть свой подкаст, который называется «Ликер», где он играет всякие мелодичные треки. Чекайте Бустфрейм. Сегодня буду не быстро, чтобы было время прослушать треки внимательно,
Поэтому подкаст длинный. Больше 2 часов, ребята. Давай. Синерджи со своей айдихой. Отличный роллер. Хотя название трека еще пока засекречено, но он уже совсем скоро выйдет на EatBrain в составе EP-шки, новой EP-шки от Synergy. Пацан, да. Сейчас он будет рвать. Давай. Один из самых бешеных треков от русских продюсеров за последний год. Это московский музыкант Майл. Работа называется «Апач». Вышло это добро буквально несколько дней назад на русском лейбле Invasion, Invasion Recordings. Сыграю сегодня в подкасте полную эпиху, потому что все треки огонь. Как всегда, весенний подкаст выходит у нас в преддверии каких-то фестивалей и мероприятий. В этом сезоне их будет целых 5. Подробно расскажу чуть попозже. Впервые в нейропанке звучит Рома Импиш. Серый кардинал британского звучания и винилового дрон-бейса в пределах МКАДа. Let me free.
Иван на сцене достаточно давно, является хозяином своего лейбла Occulti Music, даплейтом которого этот трек является. Называется он Gotta Get Out. Импиша, Ньюформ и Дислексия, их совместная работа под названием «Арбитраж». Доплейт. Я слышу техно. И хоть ритм-секция тут не техноидовая, но работа Дислексии все равно слышно. Такое ненавязчивое у нас сегодня начало подкаста. Не наваливаем сразу с первых треков, а потихоньку подходим к нужному. К нужному давлению. Но самый сок начнется где-то в конце первого часа. Teddy Killers совместно с Synergy. Трек называется Smooth. Вышла работа на Viper в феврале. Наша вальяжная поездочка заканчивается. Предлагаю пристегнуть ремни. Выходим на грязь. Эй!
заработала подвесочка. Это Engage со своим новым доплейтом. Это уже второй за сегодня участник московского нейропанк-фестиваля, который пройдет 28 апреля. Первым был Мизо, он стартовал этот подкаст. Новый проект в трек-листах нейропанка. Это дуэт Descent и Sniper. Трек называется Rapid Ascent. Опять же, имя звучит в подкасте впервые, но на самом деле ребята там достаточно давно на сцене. Это Владимир Инфинит из Сызрани. И Александр Лайон из Орла. Уже лет 10 известные российскому драм-н-бейсу как проект SLK. Работа, кстати, вышла на их лейбле SLK Records. Металлического драм-н-бейса заказывали. Сейчас будет. Про металлических птиц Iron Birds от Тобокса. Вот такой музон только сваи заколачивать. We'll be right back.
вышла работа Nightbrain в большом альбоме Divergence LP. Поиграю сегодня оттуда еще несколько треков. Бах. Работа с громким названием Titanfall. От Винтека. Дабплей. Впервые в подкасте звучит Воронеж. Это Паша Дранкор со своим треком Bass in Your Face в ремиксе от Warp Fatu. Вышел на русском лейбле Harder and Louder. Ай-е! Обожаю так называемый обратный биток. Это город Висагинас, Литва, Арсений Деноктра. Работа называется Outcast. The Play. Отличного транса дал нам Сеня. Респект.
продолжаем эксклюзивно засвечивать предстоящую эпиху от Synergy на iBrain. Вторая дабка оттуда. Наш полноприводный вездеход планомерно пробирается сквозь чащу. Погнали! Танкоград. Свежая работа от Sequent. Что ж, настало время анонсировать предстоящие мероприятия, фестивали и просто вечеринки нейропанк, которые пройдут этой весной, их будет 5. Первая пройдет, самая ближайшая пройдет в Чехии, в Праге, 20 апреля. Начинаем покорять Европу. На самом деле целых 3 мероприятия пройдет в Европе этой весной, а может и 4. Can you feel the drum? Can you feel the drum? Can you feel the drum? I feel 100%. Снова новичок. Сергей Векстер из Санкт-Петербурга с работой Feel the Drum. The Plate Invasion Recordings. Так, следующее мероприятие. Россия-Москва. 28 апреля, ребята. В этот раз лайнап будет не только российский. Привезем вам болгарского мясоруба L33.
А также отыграют Гидра, Бес, Мизо, Растикей, Энкод, Ниуан и Энгейдж. Вся инфа в официальной группе ВКонтакте Нейропанк Хоум. Квакающие рептилии от медведей. Терри Киллерс, Рептайл. Терри Киллерс ушли с Ram Records, и эта работа выйдет на эпихе, на Айбрейне уже вот-вот скоро. Очень мощная эпиха. Круши. Астраханский кибернетический механоид по имени Чезер. Работа называется No Comply. Да, play. Да-да, немного передышки нам не помешает на холостых. Повеяло северными ветрами. Лютый став.
русская братва наваливает. Бригда и Октопус. Атмосфера полного трешняка в треке. Работа называется DDoS Attack. Да, play it. Хитяра этой зимы. Совместная работа Ринелла Вайс и Гидры. Телега называется Cold Crush. На вокале, кстати, сам Рене. Вышло на Раме. Как мы и писали этот трек, мы сняли небольшой видеоскетч юмористический. Найти можно в группе Гидры. Давай! Беларусь в эфире. Проект One by One с треком Game Over. Да, play it. Ну и раз тут такое дело, то всех белорусов обрадую, что Нейропанк пройдет в Минске 5 мая в клубе Republic. Приеду я как Гидра, Антоха Озма и Самсон Фетлов. На локальном суппорте One by One, Малк, Секьют и Крист. Всех ждем. Lightly,
Пигики жарят. Back to the Violence вышла на Эйнбрейне зимой. Отличный трекам. Со второй сразу на пятую. Врубай. От Гидры на известных итальянцев Inward Hanzo и Randy на трек Bloom. Очень круто парни бомбанули в прошлом году со своим альбомом, и в этом собираются выпустить альбом ремиксов. Куда, собственно, эта телега и войдет. Выйдет на Косвоконцерн Recordings. Засвечиваем дальше EP Houdini Killers Nightbrain. Работа по названием «Боровичка». Гарус сказал, что это какой-то напиток. Я не пробовал. Трушная джангл пехота подошла. Адепт британского саунда в Санкт-Петербурге Рома Лоурайдерс совместно с MC Stepa Style, так называется Like This. Everything sucks. Dangerous like TNT. Maxi can crazy every time. Yeah, you want me also, though? Выйдет это добро на лейбле хайпа Serial Kivos уже скоро в апреле. Много сегодня британского настоящего вайба, настоящего драм-н-бейсового вайба, нейропанки. Это прикольно.
Трек в этом же ключе. Подвальный Under. Это слава мистер Фрэнки. Как всегда ID, как всегда ХЗ, когда допишет. И, как всегда, вы слышите это впервые в нейропанке. Суровый вайб. Как говорил, буду мешать немешаемое. Вот такие переходы. Из андеграунд подвала к солнцу и весне. Это Рома Миуан с треком Ами. Трек он выпустил без лейбла, доступен просто в iTunes. Опачки. Рис рычит, как раненый зверь. У литовской братвы из Вильнюса. Это команда Mean Peace с треком Multitude. For Coming Impact Music. Литва у нас европейское государство. И доанонсирую еще два оставшихся мероприятия. 9 мая нейропанк пройдет в Австрии, в Вене. И 30 июня в Словакии состоится Open Air. Всю инфу о предстоящих мероприятиях можете узнать у нас в группе.
Давай. Заглавный трек большого альбома на Nightbrain Divergence LP Hydra Scorch. Как пошутил один комментатор на YouTube, эта песня про то, как взвод роботов насилуют утку. Сорян. Вон как она крякает. Эй, Михалыч, а что там у нас сзади шумит? Так это Мяван на своем тарантасе подъехал. Зло. Называется Unforgiven. Вышел тоже без лейбла, доступен в iTunes. Ох, душевно на рояле играешь, братан. Но пора это, да. Вернуться. Бездорожье ждет. Поехали. Вторая работа с EP Himaela на Invasion. Трек называется Money Rush.
шпионский, голливудский, супергеройский драм-н-бейс в эфире. Это проект Magnitude. Работа называется Snatch. Рустама, как всегда, боевики. Вышел трек на RAM Records. Ростяки выступит со своим сетом 28 апреля на нейропанк-фестивале в Москве. Как многие заказывали, снова воркутинский паренек в подкасте. Это Факейт. Работа называется Division of the Synth. Гитарки на подходе. Вот это давление. Свежая раздача от проекта Разлом. Работа выйдет на Major League Records в апреле. В апреле вообще релизов будет дофигища. Уникальный сегодня выпуск, на самом деле, потому что все новички, по факту на сцене старички, которые сегодня звучат в передаче, почти все. Это тоже один из таких людей, Кирилл Мэйч из Челябинска, который на сцене уже ту его кучу лет.
это уже не едем, а взлетаем. У трека название, конечно, я даже не рискну его произносить. Переводится как сочетание несочетаемого. Сами в трек-лист гляньте, как это прочесть. Работа вышла на американском лейбле Killing Drum & Bass. Кирюха на самом деле реально очень давно делает, очень давно занимается драм-н-бейсом и релизится, но в последнее время что-то затих, и вот прислал мне кучу неподписанного стафа, очень годного. Впереди сыграю еще пару его треков. Царский вайб. Это вот именно то, за что я когда-то полюбил drum and bass. Вот такие грувы. Это ремикс от Диссексии на Руны Кайза на трек Кобальт. Вышла работа на лейбле Кайзы на Tech Recordings. Ну просто жир. Браво. Спасибо. Еще одна работа сейчас будет с Ид Брейна. По количеству упоминаний Ид Брейн уже заменил Там Рекордс, по-моему, в нейропанке. Ае! Резиновый попрыгатор
от Даниила Кодекса. Название не светим. Эксклюзив. Многие спрашивают, кстати, почему закрываете название ID. А для того, чтобы Google не индексировал перед официальной компанией, так просят хозяева лейблов. Кто ничего не понял, просто не заморачивайтесь, так надо. Alright. That is Demetrius. You and I have been listening to the team. We got Jumbo. Yeah. I start generally a fun. Ох. Снова Low Riders совместно с Close. Lowriders реально лоу. Вот это дует. Рвот называется Sound Depot. Выйдет в той же EP-шке на лейбле Serial Killers. У хайпа. Больные синты. Я уже знаю, что вы догадались, кто и что сейчас будет. Лучше приляж или присядь. Уфа разваливает. Samsung Footloof. Работа называется Docker Fun. Да, play. Больничка, да. Как он сейчас?
несочетаемое. Это секрет. Еще одна работа с лейбла, который стал вторым домом для парней из Tom Records после того, как я закрыл лейбл. Это Мизо с треком Колизео. Лейбл, естественно, InBrain. И работа эта вышла в том же Divergence LP. Сегодня от Импиш совместно с Джулией Маркс. Работа называется «Leave Me». Отличный правильный вайб тут. Трек на самом деле трек уже год. Вышел он на программ. Простите за рекламу, друзья, но перечислю все ивенты Нейропанк, так как очень хочется вас там всех видеть. Итак, Чехия, Прага, 20 апреля. Россия, Москва, 28 апреля. Беларусь, Минск, 5 мая. Австрия, Вена, 9 мая. Словакия, 30 июня. Вся инфа по ивентам в группе ВКонтакте. We'll be right back.
Yeah. Просто пламя. Команда Минтис с еще одним даплейтом. Называется Flamethrower. Многие спрашивают, почему закрыл там Рекордс. Я на самом деле написал большую статью, почему я это сделал, но, кратко говоря, лейбл выполнил свои функции, для чего он был нацелен, и построил то, что он собирался построить. Если кому интересно, статья о закрытии у меня на стенке. В информации об аккаунте. Агрессивные банки на раздаче. Это их ремикс на Neon Light Critical State. Релиз лейбла Blackout. На Tom Records месяц назад вышел последний релиз, 200-й за всю его 16-летнюю историю. Большой альбом Underside 5, который я пиарил в прошлом подкасте. Качнуть можно на boostframe.com. Ае! Впервые нейропанки звучит московский музыкант Миша Фростер, представляющий тусовку Паперфанк. Кемалем запахло. Работа называется The Lost Gate.
The Play Popper Funk Records. Любит Рома делать ремиксы на Марину. Это Марина and the Diamonds. Так называется Sex Yeah в ремиксе Милана. Выложено фри на его страница. Вокальный дабл-дропщик. Эх, хорошо поют девки. Это снова Мэйч. Работа называется Lifetime, Dubplate Liquidity. Сейчас дальше будет еще несколько классных, красивых вокальных треков. Мало русского вокального драм-н-бейса последние десятилетия. Очень редкие такие песни. Это One by One совместно с DJ Satellite и Карина.
Песня называется «За мечтой». Выйдет фрихой на бустфрейме через какое-то время после подкаста. Красоте. Илья Неформ принес нам весеннего солнечного настроения со своим свежевыпеченным дабплейдом. Очень классно. Like the steam on my breath, condensation on my mind, beats bringing the rest. Riding through the beat in the cliff. Yes, you're lucky I don't beat you to death. The struggle down, straight beat on the tread. I said, listen to the words that I said. I'ma make you take a deep in your head. Write lyrics till my fingerprints bled. Hit hard till the limit is red. As we move, we let the beats connect. Yeah. Горыныч наваливает. Очередной свежачок от Гидры. Тоже такого трушного вайба навалили. Zero T и Distant Future, он же Paperclip. Айдиха, Фокамин, Вандал Рекордс. Дал Паше Paperclip'у на днях буквально интервью, большое очень, обширное, выйдет оно в его следующем выпуске Paper Funk Show. Почекать можно на страницах Паши или Paper Funk Records.
второй вокальный русский drum and bass трек за сегодня. Сколько не сказано слов, сколько умолчан не прав. Это любовь чиста. Сколько умолчан не прав. Бабка в тени фигуры. На этот раз это ремикс Мизон на группу Аква. Трек называется «Муза». Выйдет фрихой на бустфрейме после подкаста. На самом деле я собираю очередной микс из русского вокального драм-н-бейса, как когда-то в старые добрые в начале 2000-х я делал свои миксы. 78 рус, 47 рус. Будет нечто подобное. Но уже с современными скиллами продюсеров. Так что, товарищи музыканты, если у вас имеются какие-то свежие ремиксы, где есть русский вокал или русская читка, присылайте мне все в личку. Работают челюсти, пережевывают что-то. Это Серафим Имфорс со своей айдихой. Футуристичный звук, конечно. Не каждому зайдет, но вайб есть. Третья работа с эпихи Маэла на Invasion. Телек называется Runaway Train. В
очень большие надежды я возлагаю на этого молодого человека. За последнее время он очень ярко проявил себя на сцене. Big up. Время навалить жирку. Это драм-кор с работой «Динамо». Дабплей. Сегодня 70% трек-листа дабплей и айбихи. Хотел, кстати, этот подкаст сделать тематическим, сюжетным. Давно не было ничего подобного. Но сами видите, какой порядок треков, какие треки. Да и по названиям ничего не сложить. Одни айдихи. Постараюсь 45-й сделать таким. Но не обещаю. Но постараюсь. Danger! Равномерный отгруз. Свежачок от кодекса. ID да play. Урала. ЕКБ. Проект Дестрата с работой «Механизм». Собираются выложить ее фри через какое-то время, парни. We'll be right back.
Это очень увесисто. Евгений Киже с треком про ложь. Очень крутой атмос. Я отлетел. Но сейчас будет еще тяжелее. Давай. Законченный трек от Айтема. Без названия. Который, возможно, никогда не будет дописан, если мы все дружно Славу не попросим об этом на его сцене. По закрытии там Records, кстати, мы выпускали лимитированную серию боксов ручной работы, внутри которых лежала флешка с полным альбомом Underside 5 в lossless качестве, полиграфии и всякие ништяки. Выпустили всего 400 штук. На текущую минуту осталось 12. Кто успеет, урвать, урвет. Следующим боксом планируем выпускать все подкасты Нейропанк с 1 по 44. Скоро проведу опрос на своей стене, надо ли вам это. Санкт-Петербург, Гриндер. Трек называется Fella, Top Plate. Так вот, по поводу боксов. Примеры деревянных вы можете посмотреть у меня на стенке. А для Нейропанка планируем сделать что-то очень крутое, металлическое, в стимпанк или киберпанк стилистике. Их будет немного, где-то, наверное, 100 штук.
и они будут очень дорогими. В общем, скоро проведу опрос, там и обсудим. Taking shots is why we figure. Looking in a different mirror with your finger on the trigger. Now your rage is getting bigger, don't give it to the highest bidder. Your soul is not for sale, so please don't even try, consider. The time is one, we flash back and we rewind to fast forward. Stepping in and out of consciousness where the memories of the scorched earth. Knowing something's wrong, inception coming from your own birth. Premonitions, crystals clear and it's screaming through the universe. Oh yeah. Самарский Тобокс с не очень обычным для себя звучанием. Прикольно. Трек написан совместно с Life Size MC, называется Awakening. Трек выйдет на Bad Taste Recordings в апреле. Со второй стороны будет коллаб Тобокса и Гидры, который я в этом подкасте не засветил. Сюрприз. We stand under liquor, taking shots, it's why we figure. Looking in a different mirror with your finger on the trigger. Now your rage is getting bigger, don't give it to the highest bidder. Your soul is not for sale, so please don't even try, consider. The time is now, we flash back and we rewind to fast forward. Stepping in and out of consciousness with the memories of the scorched earth. Knowing something's wrong, inception coming from your own words. Premonitions, crystals coming and screaming through the universe. Why does my heart da-da-da. Старина Моби в нейропанке. Why does my soul feel so Всех с долгожданной весной, ребята! Ох, как я ее долго ждал! Как меня парит зима, это капец! Это бутлег Озмы на Моби. Why does my heart feel so bad? Очень давно его хотел сыграть в подкасте. Боялся даже слово сказать на этой сводке. Классные, конечно, сегодня вокальные треки в передаче. Редко бывает, что их так много, и они такие крутые.
Тем временем это Dark Soul и Let It Go с работой Justly. Let me feel you. Потрясающий настрой. Под конец передачи задают все эти песни. Но мы сегодня мешаем немешаемое и меняем настроение туда-сюда. Ай-яй-яй. Вторая планируемая фриха от Страты под названием Elements. Берегите сознание, не отлетайте глубоко. Интересный дуэт из Сургута, в который входит, представьте себе, отец и сын. Такой вот семейный drum'n'bass бизнес. Название проекта Duple Ego. Трек называется Fels Shepherd. Да, play. Этим ребятам точно надо с Бригдой поработать. Тем более они там рядом на местности. Ой, мама. Чё будет сейчас?
музыкой. Киров в эфире. Слава Тайфон подвез бонговых перкуссий. Айдиха да плейт. Последний на сегодня новичок в трек-листе. Русский музыкант, родившийся в России, сейчас проживающий в Эстонии, с никнеймом Туно. Раньше на драм-н-бейс форумах был известен как Колдун. Туно, Intergalactic Shuttle, VIP-версия. Родом Илья из Бугульмы, так что впервые в нейропанке звучит Бугульма. Но сейчас проживает в Таллине, и так как из Таллина сегодня больше никого не было, то он их замещает. Компенсирует отсутствие эстонцев сегодня. Близимся к концовочке, друзья. 2 часа пролетели как 5 минут. Не правда ли? Это New Virtual с треком Fade. Работа выйдет на Off-World в компиляции Transmission.
еще раз напомню, друзья, что в Москве 28 апреля встречаемся на Нейропанк-фесте, а в Минске 5 мая. Наши слушатели, которые проживают за границей в Европе, также могут посетить мероприятие в Чехии, Австрии, Словакии. Вся инфа в группе Neuropunk Home. Импиш, Take Back, The Plate, Occulti Music. Или Occulti, я даже не знаю, как правильно. Очень крутое звучание у Импиша, такое прям настоящее. Я имею в виду настоящее, то есть корнями уходит в Британию, Drum and Bass к нам пришел оттуда. Decline, Chemistry Funk. Выйдет фрихой после подкаста.
немного необычный опыт для Гидры. Попробовали себя вот в таком звуке. Получилось или нет, судить вам. Now find power in these words, reason in this rhyme. The world is a stage, no chance to rewind. Keep a lust for this life, and you'll be fine. If you trust the way the moon and the stars will align. Don't hope for the better, then prepare for the worst. Chapter and verse, there's no time to rehearse. We got one shot and one life, a short time on earth. Make every second count, you don't know what it's worth. Это трек сольного альбома MC Copa на Audio Porn Records. Написан нами, и на вокалах зачитал сам Копа и вокалистка Джесс. Работа называется Security. Let's make the world a better place, lead, don't follow. Politics promises, yeah, they sound so hollow. Don't burn a bridge behind, you never know when you'll be back. Keep in touch with your roots, keep it real like that. We don't talk no more. Emoji press like, I wonder why we only see our friends in the night and never in the day. Pick up the phone, call your mate. You never just know you might have saved a life. Вот и подошло время последнего заключительного трека 44-го выпуска подкаста «Нейропанк». Это Антоха МС, «Ритм сердца» в ремиксе Гопа. Супер позитив. Очень мне импонирует Антоха, потому что он абсолютно диким способом поет об очень правильных вещах. Камень нужна все вода, нету счастья без труда. Ясный свет, ретро душа, наша сила, ты да я. Камень нужна все вода, нету счастья без труда. Ясный свет, ретро душа, наша сила. Музыка, ай, жизнь коротка. Благодарю то, что есть у тебя. Это музыка, это музыка, это музыка. Даже малышанцы... Сами все слышите, поет о труде, о спорте, о братстве, о взаимопомощи, о понятии «Родина». Хотя последнее время нас старательно пытаются научить, и точнее разучить, и сделать это понятие ничтожным. И многие люди уже повелись на это, но это их выбор, осознанный и неосознанный уже. Дело другое. Я же вас всех призываю любить друг друга, быть друг другу братьями, любить родину, работать на благо страны и на благо всех людей вокруг. Всем теплого лета, яркой весны, а там уже осень и новый подкастик. С вами был Бес. Всем пис, респект. Пока. Это музыка, это музыка, это музыка.